Всем привет, дорогие мои. Решила я вам отчет сделать свой. Ходила я с шайтан-машиной. Ходила ровно 1:15, как выясняется. А я думала, что я 1.5 часа ходила. Вот здесь все почистила. Здесь, с воротами. И здесь. Да. Получила несказанное удовольствие. Здесь он пошире сделала. Потому что просто так как-то вот гулять без Кузьки мне скучно. А так я вышла. И 1:15 я погуляла. Машина у меня. Огонь. Огнище просто. Зверюга. Она даже вот эти вот ледышки, она прям всю перерубает. Вот. Представляете, какую я тут красотень навела. И до курочек, и до кошечек. Вот. Так что у нас снег, ребята, навалило. Это просто... Нет, конечно, красиво, все хорошо. Картинку вам, наверное, очень красивую у вас. А для тех, кто, у кого снега нету, это все прекрасно. Все это смотрится красиво. Но просто зима-то только началась. А потом весной этот снег начнет таять, и мы просто можем поплыть. Видите, смотрите, какие все широкие дорожки сделала. У нас просто завал снега. Воскресенье. Он шел до 12 ночи, весь день и до 12 ночи еще нам тут подбавлял. Вот представляете, смотрите, сколько вот у меня край моей грядки, а здесь я не знаю. Ну, наверное, точно лист А4. Это прям пипец какой-то, если не больше, тем более он же такой спрессованный. У нас прям завал снега. Я в понедельник собралась поехать подстричься и покраситься. Ну, в общем, марафет навести к Новому году. Ехать мне, ну, плюс-минус час. А я посмотрела, а у меня показывает навигатор. Говорит, ну, если ты очень хочешь, то, пожалуйста, 3:10 езжай. 3:10. Я думаю, нет. Наверное, я не настолько хочу ехать в парикмахерскую. Поэтому я все это дело отложила. Я поняла, что я, наверное, приеду где-нибудь далеко за обед в парикмахерскую, а обратно вернусь далеко за полночь. Или к утру. Вся такая красивая. Думаю, нет, но не настолько. Я хочу ехать в парикмахерскую. Поэтому, вот видите, у нас еще в связи с этими снегопадами жуткие пробки начались. Вот. Котики мои где? Не видно их там никого чего-то. Ну, значит, где-то на охоте ходят. Еды завал и сухая. Нет, тут что-то подмороженное. В них уже, видимо, не влезает. Ну ладно. Так, у нас сейчас на улице. Ну, мне настолько комфортно, что я двигалась, поэтому, по-моему, я смотрела, сейчас у нас 14. И пойдет уже на минус. Поэтому погода у нас прекрасная. Снега много навалило. Ничего не вымерзнет. Ох, кто-то тут по сугробам прыгал, лазил. Вот, ничего не вымерзнет, поэтому наш сад выдержит любую минусовую температуру. Вот. Вот такой вот обзорчик я вам сделала. И вы заодно со мной погуляли. А то вы давно у нас не были в гостях.
Ой, ну прям хорошо, широко. Теперь можно на машине и туда, и сюда. И даже доставку продуктов можно спокойно заказывать. Хоть на маленькой, хоть на большой. Все проедут. Вот. Вот такие вот у нас новости. А вот это моя шайтан-машина. У нее тут две задние скорости. Вот, включилась, и она прям автоматом сама едет, видите? И 6 штук. Женщины в русских селениях. Вот. А вот туда не почистила. Но туда мы, в принципе, и не ходим, и не надо нам туда чистить. Да, и до котиков, и до курочек везде. И весь участок, все дорожки почистила. И сделала их широкими. Получила несказанное удовольствие. И на все это у меня ушло. На все про все. А я вышла в 10 утра. А сейчас у нас времени... Ой, не посмотрю. Я почему-то думаю, что время сейчас максимум 11:30. С полтора часа. Вот так. Ой, елка красивенная. Ну ладно, дорогие мои, пойду я свою шайтан-машину выключать. Ее отводить. Гараж, тепло. Ну все. А пока. Пока.